Сегодня Красноярск начал отмечать День города. Торжественный старт был дан на Караульной горе. Орудие! По традиции на торжественный зал приехал глава Красноярска Эдхамук Булатов. Он оценил и отреставрированную часовню. Накануне с нее сняли строительные леса, и горожане увидели изменившуюся шатровую крышу. Теперь она зеленая. Пока часовня закрыта для посещения. Уважаемые красноярцы, позвольте мне поздравить всех нас с 386-й годовщиной нашего города. Давайте пожелаем друг другу благополучия, радости, успехов. Ну а основные торжества пройдут завтра. Власти призывают горожан приезжать на общественном транспорте, чтобы не создавать заторов. С 7 утра субботы проспект Мира будет закрыт для движения от улицы Профсоюзов. Примыкающие улицы тоже. По мере прохождения карнавальной колонны, а стартует она в 12 часов, инспекторы будут открывать улицы. Уже сейчас нельзя парковаться на проспекте Мира, Перенсона, Баграт и возле оперного театра. Полицейские обещают пригнать эвакуаторы и ночью вывозить оставленные машины. В общем, не искушайте судьбу. Еще одно перекрытие дорог ждет город с 9 до 11 утра из-за легкоатлетического забега. Бегут участники от площади Мира по Ленина, потом по Игарской, Шахтеров, Разина до часовни. Так вот, на время марафона все это будет перекрыто.